мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрий вечір, шановні глядачі, в ефірі програма «В деталях» і, як завжди, щоп'ятниці з вами Андрій Острів та Ігор Пох. Добрий вечір. Сьогодні ми вирішили зробити програму не стосовно політики, не стосовно скандалів, які лунають з такою з дуже великим повторенням стосовно нашої області. А сьогодні ми вирішили зробити програму, яка, ну, принаймні, особисто мене наповнює якоюсь вірою та надією, що не все так погано. Тобто сьогодні ми будемо говорити про те, як громадські ініціативи окремих людей створюють майбутню Україну. Сьогодні ми запросили до нас у студію Ілью Шполянського, який, власно, за своїм, ну, розберемось, з якого приводу, створив декілька суспільних проєктів, які, ну, безумовно, відобразяться не тільки на окремих мешканцях, які залучені до цих проєктів, а й саме, мабуть, для міста та області в цілому. Добрий вечір, Ілля. Добрий. Ну що ж, вам слово, що це за проєкти, ну, давайте почнемо, що це за проєкти, будь ласка. Ну, если рассказывать, как все начиналось, это когда я вернулся из армии, это было осенью 2015 года, год назад ровно, ко мне периодически начали приходить ребята, которые вернулись с войны, мои сослуживцы, побратимы. А когда, вот что такое, да, для человека война, особенно вот уже в моем возрасте и старше, это уже какой-то излом жизни, да, вот что было до войны и что теперь. И приходили, говорит, ну вот я не могу вернуться вот в ту среду, в которой был, да, там работал на заводе инженером, вот тут, ну, не могу, хочу вот что-то начать новое. И я тогда начал искать разные пути, а как можно человеку действительно помочь открыть свое дело. Мы начали искать разные варианты, источники, кто это поддерживает. И самое главное, к чему мы приходили, что человеку нужно дать какую-то систему, да, вот эту систему не просто обучения, да, а систему, в которой вместе с ним будут помогать ему строить его бизнес. Потому что, ну, действительно, если парень до 40 лет проработал на заводе инженером, то это принять, да, там, за несколько месяцев мышление предпринимателя-бизнесмена очень сложно. Вот. И я тут так. Я нашел тренинговое агентство, рассказал им, что я точно найду для них деньги, хотя этих денег нигде не было. Они на свой страх и риск запустили этот проект вместе со мной. Я собрал ребят, было где-то, ну, там на старте человек 35. Вот. При этом, да, потом я обратился в фонд Ведроджиня, это у нас такой в просторечии называют фонд Сороса, потому что в основном фонд Ведроджиня в Украине оперирует деньгами фонда Сороса. И написал им проект, хотя это внеконкурсный, как правило, они не поддерживают неконкурсные проекты, но ДАК они действительно посчитали нужным поддержать. И, ну, нужно сказать, что бюджет проекта смешной, 125 тысяч был. Это начался наш проект в феврале. И 125 тысяч гривен это вместе, то есть тренинговая часть полугодичная, и 57 тысяч из них шли на финансирование гранта, на стартапы, то есть ребятам, чтобы запустить бизнес. Ну, это, конечно, смешно. То есть там было 25 тысяч, 15, 7, 5 и 5. То есть это понятно, что никакой бизнес не запустишь ни за 5 тысяч, ни за 25. Но это был мотивационный фактор, и как он действительно сработал. То есть люди старались, именно ожидая вот получить даже 5 тысяч гривен. Все это работали, надеясь, на 25. Вот. И неожиданно это сработало, неожиданно для меня. Честно говоря, я сейчас могу сказать честно, что я тогда в проект не очень как бы верил. Я как сел в поезд, поехал, но я не верил, что он придет к своему месту назначения. А сегодня есть цифры, общий оборот тех 6 предприятий, которые мы запустили, на сегодняшний день составил где-то 1 400 000, ну, там, под 1,5 миллиона. На 125 вложенных иностранным, подчеркиваю, да, иностранным грантодателям.
Я считаю, это колоссальный эффект, то есть всего лишь несколько месяцев или сколько, 2 месяца прошло от того, как мы начали давать эти гранты, и к тому времени уже у некоторых ребят было по 300 тысяч оборотов. Ну, то есть, если я все правильно понимаю, то ваш проект — это именно проект, который помогает людям, участникам АТО, там, и, насколько я знаю, инвалидам, да, первой, второй группы, запустить свой бизнес. Это я сейчас рассказывал про первый проект. Да. Конечно, когда мы делали, потому что мы это делали впервые, я никогда в жизни с тренинговой работой не сталкивался, ну, кроме того, что я сам проходил. Вот. Сейчас понятно, что мы получили огромную наработку ошибок, да, вот, то есть то, что было не так. Самое главное, самая большая проблема в таком проекте — это его бесплатность и отсутствие мотивации. Ну, то есть мотивация есть получить деньги, да, с другой стороны, когда человек идет, да, в бизнес-инкубатор, вот, он платит там 25 тысяч гривен, 15 тысяч гривен, ну, какие-то приличные деньги, да, для украинского гражданина, и он понимает, что ему нужно эти деньги отработать для себя. А когда человеку дают на шару, он, ну, так, хочу — пойду на занятия, хочу — не пойду на занятия. Сегодня мы этот опыт весь обработав, у нас еще, кстати, первый проект продолжается, у нас идут заключительные занятия, там, ну, такие уже, вот уже фактически уже с нашими уже настоящими бизнесменами, которые создают добавочную стоимость для страны, которые дают работу, ну, то есть, да, у нас 2 парня запустили производство металлоконструкции, они взяли на работу еще 3 парней сослуживцев, то есть, ну, это люди, которые уже теперь что-то создают для страны, вот, и... А мы теперь, значит, подошли к тому, как сделать, чтобы максимально жестко, если мы уже тратим деньги, да, то если мы уже даем возможность, то максимально жестко к этому подходить. И это, конечно, самая большая проблема. Поэтому сегодня мы запустили новый проект, он называется «Бизнес-инкубатор друга дыхания», и мы его значительно расширили. От войны пострадали не только люди, которые прошли войну как солдаты, как я тоже, да, от войны очень сильно пострадали мирные жители, которые были вынуждены уехать. Кто-то, я таких знаю людей, которые потеряли жилье. И, ну, Николаев — это, в общем, один из таких центров, куда съехались внутренне перемещенные лица. И мы расширили этот проект на них. Но так как я до войны занимался, много лет подряд занимался проблемами людей с ограниченными физическими возможностями, людьми с инвалидностью, у меня очень много знакомых людей в этой сфере, потому что там тоже есть активисты, там тоже есть люди, которые много чего добиваются. Я решил тоже расширить на первую и вторую группу, как наиболее. Но, понимая, что может быть человек с инвалидностью первой группы, допустим, ну, может по разным причинам он не может заниматься бизнесом, но может заниматься бизнесом его жена. Если это мужчина, да, допустим, его жена может заниматься бизнесом. И мы решили не только для участников АТО, не только для внутренне перемещенных, не только для инвалидов первой группы, а для членов их семей. Да? Хорошо, Илья, тогда у меня такой вот вопрос. Ну, отличный проект, все хорошо. Вот смотрите, сейчас нас смотрят, я, ну, думаю, что мы вам дадим в конце время обратиться к тем возможным участникам. А вот сейчас хотелось бы такой вопрос задать. Есть много людей, у которых есть тоже такие вот, ну, хорошие идеи. Вот какие бы вы советы могли бы дать тем людям, которые, ну, возможно, тоже там с каким-то проектом болеют им и так далее, и хотят там что-то тоже сделать общественно полезно, ну, или боятся, или не знают как. Вот поделитесь своим опытом, что нужно для того, чтобы стартануть. Ну, я хочу сказать по общественным проектам, то вот как начинался в том числе, да, бизнес-инкубатор. То есть... Есть такой анекдот, ну, такой, он, конечно, анекдотический, действительно, это не может быть такого, что парень пришел к Рокфеллеру просить руки его дочери и говорит: я директор там банка JP Morgan, а пришел на совет директоров JP Morgan, говорит: я зять Рокфеллера, вот, и устроил свой, так сказать, свою жизнь. Вот примерно так иногда мы действуем, мы начинаем какой-то, запускаем проект на каких-то, грубо говоря, парах бензина, да, там, то есть каких-то внутренних ресурсов и своих личных денег. И потом мы показываем результат. Как правило, очень большая ошибка многих людей, которые хотят что-то сделать, это идут просто и говорят: вот дайте нам, и тогда я что-то сделаю. То есть я предлагаю, как бы, все-таки сделайте первых 10 шагов, я думаю, что на следующие 100 шагов вас уже найдут, кто финансирует. Также и с нашим, кстати, проектом. Из области фантастики, и это все признают,
Но на наш проект уже сейчас на сайте Николаевского областного совета зарегистрировано решение, проект решения, подчеркиваю, пока проект решения сессии о выделении 200 тысяч гривен уже в 2016 году. Это действительно без прецедента, потому что это изменение, ну, внесение изменений в бюджет, это достаточно сложно прийти. Мы прошли через очень большие мытарства, но нам помогало то, что у нас есть уже, этот проект уже работает. Вот. Также это было и с фондами Дроджиня. То есть мы к ним пришли, и мы не говорили: ребят, вот у нас есть классный проект, может быть, вы нам поможете. А мы пришли и говорим: вот смотрите, люди учатся уже, можете давать деньги, можете не давать, мы все равно добьемся. И мы все равно этот проект доведем до конца. Вот все, с кем я сталкиваюсь, если начнут хотя бы с того, чтобы описать и формализовать свой проект на бумаге. Огромное количество людей, которые ходят с проектами, но даже не могут, когда приходят, говорят: давай что-то делать. Я говорю: без проблем, напиши. Ну вот тут на этом этапе начинаются проблемы. Окей. Ну, я постараюсь немножко, так сказать, снизить накал восторженности и попытаюсь немножко скептицизма, так сказать, внести. А вы будете апеллировать мне. Вот смотрите, Илья. Ни для кого, я думаю, не секрет, а если обратиться к, скажем так, к аналитикам, которые больше в теме, к бизнес-аналитикам и так далее, в частности по Николаеву, то все они скажут, что у нас любой бизнес, особенно мелкий и средний бизнес, на процентов на 80 находится в тени. То есть люди просто не платят налоги. Они занимаются перепродажей, торговлей, какими-то там будочки, там, в общем, не весь что. Одна проблема. Вторая проблема. Это, опять же, из источников бизнес-аналитики местной, это практическая невозможность ввиду отсутствия у городской власти на сегодняшний день плана размещения, например, торговых точек в городе Николаеве, добиться выделения в аренду земли или покупки земли тем более. Это еще большая проблема для тех, кто хочет, ну, заняться нормальной торговлей. Не вот этим, а будочной, да, нормальной. Дальше. Идем дальше. Задаю вам вопрос следующего порядка. Почему именно бизнес? Почему именно предпринимательство? Потому что объясню, почему этот вопрос звучит из моих уст. Предпринимательство у наших людей ассоциируется с, ну, прежде всего с торговлей. А торговля у нас прежде всего ассоциируется с тем, что раньше называли спекуляция при Советском Союзе. То есть там купил за 3 рубля, здесь продал за 6 рублей или за 10, да, как у нас это в Николаеве любят. 300% накрутили, ты уже бизнесмен. Хотя ты там никакой не бизнесмен, а просто мелкий торговец. Так вот, я просто вот напрямую спрашиваю, почему вы решили заняться вот бизнес-инкубатором, а не, например, создавать проект под, ну, например, рабочие специальности. Объясняю, почему. У нас с Андреем на программе был, ну, бывали разные люди, естественно, их много было. Вот один из них, руководитель Южной судоремонтной компании, и он прямо у нас Сергей в эфире говорил, да, Сергей Бурковец, он у нас в эфире говорил: мы не можем найти специалистов, их нет. Нет ни сварщиков, нет судосборщиков, нет того-того-того. У нас был директор тепловозно-ремонтного завода. Постоянно открытые вакансии. Нет тех, нет тех, нет тех, нет тех. Но при этом у нас полгорода хочет стать бизнесменами. Что это такое, никто не понимает. Они приходят к вам и говорят: мы хотим, дайте нам денег, мы станем бизнесменами. Или там посоветуйте, у кого взять деньги, и тогда мы станем бизнесменами. Понимаете, какая штука? Вот что с этим делать? То есть, с одной стороны, у нас большие проблемы с реализацией своих идей, да, стартапов, идей, потому что, ну, я понимаю, я лично понимаю в силу там своего там возраста, назовем это так, стартап, да, в основном связан с какими-то там компьютерными вещами, там, с услугами, посредством каких-то интернет-платформ и так далее. То есть это популярная вещь. У нас же весь бизнес заключается в торговле, как правило. Ну, я же говорю, будете апеллировать. И гораздо реже с производством чего-либо. Вот вы сказали там насчет производства металлоконструкций. Хорошо. Сколько там человек работает? Ну, сейчас уже 5. О, 5. Апеллируйте. Ну, я начну с того, что проблема того, что очень многие люди хотят всю жизнь быть бизнесменами,
И говорят, вот, блин, дал бы мне бы кто-то вот денег, я бы как развернулся бы. Вот эти вот все буржуи ездят на дорогих машинах. Это mm-hmm. потому, что им папы, бабушки, дедушки дали. А вот мне просто в жизни не повезло. Наша задача, это не только научить человека, который хочет быть бизнесменом и может им быть, помочь ему стать таковым. А наша задача, чтобы тому, кто не может быть предпринимателем, показать, что он не предприниматель. Это очень важно. И у нас это тоже в проекте произошло. Mm-hmm. Был ряд людей, которые понял, что они не могут реализоваться, что у них нет той внутренней самодисциплины. Просто нет жилки, нет умения там вести переговоры и так далее. А еще проблема трудоустройства у нас сейчас стала очень острой. Ну, во-первых, я директор предприятия, где работают люди с инвалидностью. У нас сейчас крупный инвестпроект на создание 24 рабочих мест для людей с инвалидностью. Я с ужасом думаю, потому что это проблема для меня. Мне тут просто людей тяжело найти, а тут надо 24 человека. И поэтому мы вместе с нашими единомышленниками решили пойти дальше. И уже сегодня мы открываем социальное агентство по трудоустройству. Вот буквально сегодня я нашел помещение, это будет в центре города, нашел проект-менеджера. Я думаю, что до конца сентября мы его откроем. То есть мы будем не просто людям помогать открывать, это будет агентство с бесплатными, опять же, услугами для социальной, ну, более еще расширенная база. Еще туда подпадут предпенсионный возраст, туда подпадут матери-одиночки, туда подпадут сироты, ну, то есть еще более широко. И мы теперь будем помогать парням и вообще, да, вот тем категориям, для которых наш социальный бизнес-инкубатор существует, кто действительно готов открыть собственный бизнес, а потом будем им помогать находить сотрудников. Но мы сегодня, существует огромное количество профпереориентационных программ. Что это значит? Это значит, что человек в любом возрасте, ну, это в первую для участников АТО, для внутренне перемещенных лиц и для людей с инвалидностью вообще не проблема. Вот участник АТО сегодня может хоть 10 раз переучиваться, вот государство выделит... Вопрос столько... ведь не в том, что он может, вопрос в том, хочет ли он. Это... Вы вот сказали, Илья, вот в первой части программы, да, то вот привели пример человека, который много лет проработал инженером на заводе, и после того, как он демобилизовался, он сказал, все, я больше не хочу. Я не хочу, я хочу что-нибудь другое. Я хочу про него рассказать. Ты говорил про торговлю. Так вот этот вот парень, он занял у нас первое место, он продолжает работать на заводе, и при этом он открывает ферму по производству мидий, первую в Украине, он открывает в Скадовске, начал, а сейчас он работает тем, потому что, ну, это очень глобальный проект, вот, он сейчас на выходных на катере ездит, это, кстати, легально, ну, потому что именно в том месте легально, когда нет запрета, вот, он в руками собирает мидий, их продает таким образом, изучая спрос, изучая каналы спроса, а вот человек не боится, но это колоссальный проект, он инвалид АТО. И он деньги, которые получил за инвалидность, полностью тратит на свой бизнес-проект. Вот это сила воли, вот это вот упорство. Согласен. Вот. Согласен. И это не только, и это не торговля, это восстановление водного фонда. То есть это еще и экологический проект. То есть я скепсис абсолютно оправданный. Это для меня самое страдание. Вот мы открыли набор на бизнес-инкубатор. И я сижу и жду, вот когда придет первая заявка, думаю, ну блин, может он вообще никому не нужен. Но я хочу сказать, что сегодня это уже точно заявок больше, чем будет участников. Уже сегодня. Ну, отлично. А еще, отлично. Да. Вот, но я хочу, вот все-таки для того, чтобы не занимать еще много времени, у Андрея еще будут вопросы. Вот смотрите, как я себе мыслю. Вот у нас отодвинут по времени, несколько отодвинут по времени переход от ЖЭКов, да, в другие формы правления своими домами. К Новому году мы все равно придем, когда нам скажут, все, ребята, до свидания, ЖЭКов нет и больше не будет. То есть начнется реальное какое-то движение с ошибками, с падениями, там, и с трагедиями там, человеческими, разное. Но людям, вот этим домам, вот этим ОСМД, ОСН и разным вот этим, да, так сказать, объединениям, им нужны будут люди, которые смогут квалифицированно починить кран, сделать сварку, побелить, покрасить. Где эти люди?
Ну, вот, я о чем спрашиваю. То есть у нас все хотят стать бизнесменами. Прекрасно, что у вас есть вот этот парень, который занимается медиами. А остальные, ну вот кто-то попробует, у него не получится. У вас отсеклась какая-то часть людей, которые поняли, что у них тоже не получится. А где они? Куда они пойдут? Ну, смотрите. Ведь мотивация нужна. Им нужно объяснить, что вот даже сантехникам это может быть гораздо выгоднее, чем быть бизнесменом. Да. В некотором. Более того, я скажу. Я думаю, я не строю розовых замков. Я прекрасно представляю, что если, допустим, в Николаеве людей с инвалидностью, которые ищут работу, ну, я, к примеру, да, там говорю, ну, наверное, несколько десятков тысяч, то при этом трудоустроить 25 – это колоссальная проблема. Но все-таки каждому из этих нескольких десятков тысяч нужно дать шанс и информацию. То есть проблема в информации. Мы сотрудничаем со службой занятости. И нужно сказать, что это редкий случай органа, ну это не орган государственной власти, да, но государственного учреждения, в котором люди действительно готовы, открыты к сотрудничеству и максимально помогают нам в нашем проекте. У нас бизнес-инкубаторы с ними, ну они очень включились в процесс и нам помогают. Ну еще бы. Да. Но вы же за них делаете часть работы. У них сегодня такая нормативная база, и это они сами признают, что фактически, да, то есть у них проблема службы занятости в том, что это с одной стороны служба по выдаче пособий, а с другой стороны они должны трудоустраивать. Это немножко взаимоисключающие вещи. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вопрос, ведь вопрос социального лифта. Социальный лифт. Это же не то, что этот лифт должен всех поднять. Смысл социального лифта заключается в том, чтобы тот, кто готов и может, мог им воспользоваться. И вот наша задача. Пусть мы в месяц будем трудоустраивать наше вот это агентство социального трудоустройства реально и качественно будет трудоустраивать 10 человек. Я считаю, что наша задача будет выполнена. А проходит там 5 тысяч. Илья, у меня к вам вот такой вопрос. Понимаете, что как, создавая такой бизнес-инкубатор, вы невольно влияете на карту бизнеса, да, в целом имеется в виду регионального, да, и так далее. Пусть это сейчас мелкие проекты, но они в любом случае, возможно, разрастутся, возможно, будет какой-то прорывной проект, который там, ну, резко стартанет, да. Продолжая тему о том, о чем говорил Игорь, вот интернет-стартапы, точнее, инфо-стартапы, я бы так назвал, инфо- и айтишные стартапы, они чем они стреляют? Тем, что ты в один день можешь стать просто весить миллиард, да, там, написав стоит какую-то, ну, весить называется, да, весить миллиард. И, собственно говоря, и в этом, ну, действительно есть, ну, есть свои прелести, потому что это более легкие проекты, не требующие трудозатрат. И вот, в частности, о производстве, когда шла речь, производство – это самый сложный из видов бизнеса, потому что, во-первых, мало того, что его нужно создать, производство работает только в плановом режиме, то есть нельзя сегодня мы делаем, завтра не делаем. Собственно, вот даже тот же Сергей Бурковец, который у нас был, он говорил о том, что, собственно, они нашли такую для себя формулу, что есть постоянный штат, есть штат, который они добирают. Но в чем у меня вопрос? Привлеченный, да? Да. В чем у меня вопрос? Вот вы когда определяете направление вот бизнес-идей, да, вот чем вы руководствуетесь? Ведь по большому счету в идеале, ну, хорошо бы было учесть там, ну, особенности, например, географические, чего нет у нас там и так далее. И все-таки есть какие-то там глобальные планы там, у того же мэра по привлечению инвестиций в облсовете. То же самое, как-то этим, собственно говоря, ну, я надеюсь, по крайней мере, озадачены, как привести инвестиции. А вы фактически создаете уже свой бизнес, там, доданную и привлекаем инвестиции. Вот. Чем вы руководствуетесь, выбирая направление бизнеса своих вот подопечных? Ну, наверное, тут нужно немножко рассказать о том, все-таки, как происходит прием заявок, отбор участников и как будет формироваться сам процесс. Ну, вот учебный мне не хотелось бы, да, его называть. Это вот процесс, когда каждый участник окунется в создание своего дела. Первое, мы принимаем заявку. Эта заявка предполагает достаточно подробное описание предположительного бизнес-проекта, которым будет заниматься участник. Он может составить заявку и без бизнес-идеи, но описать, почему он считает, что он может быть предпринимателем, и все-таки в какой области он хотел бы участвовать. Илья, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот давайте вы, наверное, вот этот момент, как раз как процесс и так далее, вы расскажете нашим зрителям.
И, собственно говоря, потому что у нас осталось буквально пару минут, и вот и как подать, как к вам попасть, пожалуйста, вот ваша камера, вот за зрителем. Каждый человек, который подпадает под категорию внутренне перемещенных лиц, участник АТО, инвалиды, люди с инвалидностью первой и второй группы или супруг, супруга вышеуказанных категорий, могут подать заявку. Заявки принимаются исключительно на сайте, вы его увидите на экране, bi2017.com.ua. Также вы можете узнать по телефонам, которые вы видите на экране, любую интересующую вас информацию. Принимаются заявки до 30 сентября включительно, до 7 октября будут опубликованы на этом же указанном сайте результаты отбора участников, кто сможет принимать участие в проекте. После этого занятия будут происходить приблизительно 2 раза в неделю в нерабочее время, то есть после 6 вечера или в выходные. Дополнительные занятия будут обязательно раз в 2 недели, еще один день. Кроме того, будут еще дополнительные блоки. Я очень надеюсь, что все, кто могут, вы примете участие и обязательно получите финансирование вашего стартапа. Возможно, это даже до 200 тысяч гривен. Мы очень вас ждем на нашем проекте. Дякуємо вам, Ілля, за те, що прийшли. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були з нами. До слідуючої п'ятниці. З вами був Ігор Пох та Андрій Острів. Гостем у нас був Ілля Шполянський. Чекаємо вас у його проєкті та з вашими власними проєктами. Будь ласка, змінюємо країну разом. Дякуємо, до побачення.